Приветствую всех. Это видео про нерест петушков. До этого на канале было видео «Петушки в нерестовике». Там был другой самец, красный коронохвостый, но он что-то приболел. Похоже было на плавниковый гниль, поэтому самца пришлось заменить. Нерестовик на всякий случай добавил лекарство метиленовый синий. В начале видео снято на фотоаппарат, но у меня села батарейка и продолжение пришлось снимать на экшн-камеру, поэтому видео получилось мелковато. Но на нем видно, как самка мечет икру, самец ее собирает и укладывает в гнездо. В следующих видео попробую снять икру и мальков. Но мальков будет снять тяжело, потому что они очень маленькие и это очень проблематично, их будет разглядеть. После того, как петушки отмечут икру, самку отсажу в общий аквариум, а самца оставлю в нерестовике, чтобы он следил за икрой и укладывал выпавшие икринки обратно в гнездо. Температура в нерестовике 27,5 градусов, 28. Икру метать начали на следующий день петушки после того, как я самца с самкой посадил в нерестовик вместе. Думаю, икринок 50, там 70, может быть, будет. Сколько мальков из них выведу, не знаю. Смотрите продолжение. Обязательно буду все снимать и рассказывать. Если у кого-то возникли какие вопросы, задавайте в комментариях, отвечу. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем пока.